Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля. Значит, выходя из дома, ты услышал, как родители ссорятся. Да, но я не слышал слов, я слышал только голоса. Если ты не слышал слов, значит, не можешь утверждать, что они не ссорились. Но я знаю, что я слышал. Как тебе известно, вскрытие не дало однозначных выводов о причине смерти. Стоп! Я не убивала его. Только дело не в этом. Он говорит об измене? Я от него ничего не скрывала. Но конкретно об этой измене вы ему почему-то не рассказали. Есть что-то странное во всей этой ситуации. Признайте, он ревновал. Нет, я не знаю, нет. Он, кажется, считал, что вы изменяли ему постоянно. Когда они начинают ссориться, я всегда ухожу. Можешь сказать, кто из них злился сильнее? Нет. Расскажите, почему он считал, что вы украли придуманный им сюжет? Это неправда. Вы раньше били его? Нет. Ни разу? Вы в этом уверены? Ты бешеная! Да, я бешеная! Спокойные голоса ты бы не услышал. Я перепутал. Ты перепутал? Ты ведь знаешь, я невиновна. Анатомия падения. В кино этой осенью.